И снова приветствую вас, дорогие друзья, в селе Величковка. И в прошлой серии, как вы помните, мы закупались кое-каким оборудованием, да? Вот, в принципе, я и все это оборудование свез, да? Вот это вот сеялку вот такую купили. Вот такие две сажалки. Одна для свеклы, кукурузы, да? Другая для картофеля. И также я прикупил вот такой вот прицеп. Бурлак называется, да, вот он такой вот двухколесный, да, вот не сочлененный такой вот, то есть удобнее будет с ним сдавать назад. И купил вот по два мешка семян и удобрений, вот, для того, чтобы начать сеять. Но прежде чем начать сеять, да, вот у меня вот возникли кое-какие такие вот это... подозрения. Ну, не подозрения, а опасения, можно так сказать. Вот земля, вот сколько лет здесь ничего не росло, да, вот что из себя представляет, непонятно, да, вот то есть, что сюда нужно внести, какие удобрения там, не знаю, вот. Надо будет вот посмотреть, вот проанализировать, вот. И вот дед Митяй говорит, есть в городе, говорит, лаборатория, нужно будет просто-напросто отправить образцы почвы, да, вот, то есть с каждого поля взять понемножку, да, вот, и отправить. Вот. И вот такой вот вопрос, думал, вот, это вот надо ходить с ведрами, да, вот, по полям, да, вот, с лопатой, да, вот, ковыряться в земле, да, вот, тем более надо брать еще с определенной какой-то глубины, наверное, да, вот, и это, все это возить, да. Но в итоге вот мы подумали, да, вот, и приобрели вот такой вот интересный агрегат, да, вот, который называется Scout. То есть будем ездить на тракторе, ой, какой грязный он стал, и это... брать образцы почвы, да, вот, то есть смотрите, как все как тут устроено. По чуть-чуть берет специальный такой этот, да, вот, опускается в землю на определенную глубину, да, вот, и берет образцы в почву, в такие вот контейнеры, да, и это все будем отправлять. Но прежде чем сейчас отправимся, то есть заниматься таким землемерием, надо бы немножко трактор починить. Вот, он у нас, как вы знаете, старый такой, да, вот, и... надо будет это подремонтировать его. Так, здесь поставим ящик с инструментами этот, да, и давайте-ка посмотрим. То есть вообще вот полностью сломался он у нас трактор, там что-то вот в движке надо поковыряться. Давайте-ка починим его, вот. И вот надо будет, наверное, еще его заправить, да, вот. Так, вот, отлично, положим назад. Так, заправить. Ага, достает шланг. Давайте-ка заправим его, да? Так, отлично. Так, и давайте-ка прицепим этот скаут. Так, гидравлические шланги. Ну, давайте-ка пробуем заводить. Прекрасно. Ну, поехали потихонечку, да, вот, будем сейчас брать, ну, сначала с нашего вот этого поля, да, вот, куда мы собираемся сажать картофель, вот, так, давайте-ка опустим, так, надо развернуть, так, вот такой вот хобот выдвигается, да, вот, и, смотрите-ка, и радиус охвата такой неплохой, да, вот. И заодно вот образцы почвы возьмем и у соседних огородов, да, вот. Так. Так, как работает она вообще? Грунтонос сложить. А, взять образец почвы. Прекрасно. Поехали дальше. О, почва высохла, да, вот сейчас трактор не буксует.
Поехали еще понемножку, потихоньку. Ну, может быть, получится сразу это ходить. Давайте попробуем. Вот как-то, по-моему, радиус уже можно увеличить, да? Вот. Так, ладно. Так, давайте свернем пока. И поехали на наше второе поле, да, вот, и сейчас там будем брать образцы. Ой, надо будет стекло протереть. Ничего не видно. Ладно, это потом. Сейчас все равно будем ездить по полю, да? Вот. Во, вроде после ремонта быстрее, что ли, начал трактор ездить, да? Вот, или порезвее как-то. Так. Так, сейчас вот надо вот как-то вот встать вот на определенный такой этот. Ага, взяли, да, образец почвы. Так, давайте-ка посмотрим, сколько у нас образцов уже имеется. Так, где это оно? Тут и анализы нет. А, это надо отправить сначала, да? Вот. Так, края вот немножко не охватываются, да? Так, вот. Вот. Поехали теперь так. Ну, в принципе, не страшно края там, я думаю, они вот немного это. Да, одно удовольствие кататься по вспаханному культивированному полю, да? Так. Так, опускаем. Так, вот надо вот стараться вот так вот, чтобы вот все вот, да, вот области охватывались. Здесь вот сейчас вот так вот возьмем, да? Так.
Назад немножко. Давайте-ка вот так в длину будем ездить. Кругом берет, да, вот что неудобно вот. Вот брало бы квадратом, было бы вот нормально. Так, взято образцов 14. Все, нашел, где это отображается. Ну, это, то есть, вот всего вот со всех получается полей, да? 14 образцов. Так, назад немножко. Так, берем образец. Так вот хочется вот, чтобы все вот охватилось. Хотя, по сути, чем занимаемся? Собираем землю, да? Вот. Мы собираем землю. Так, теперь вот так поехали. Стоп. Так, и вот в середине сейчас кусочек такой остался, да, вот. Так, ну вот этот небольшой, конечно, кусочек тоже надо будет взять.
Сворачиваем пока. Так, и поехали на поле номер 4 и 5, да? Смотрите, какой большой лук, да, вот третий. Наверное, много травы получится. Я думал, такие маленькие поля взял, а оказывается, они не маленькие. Такие средние, да? Вот. Ну, получается, это средние поля такие, да, вот. Вот. Но самые большие, конечно, пределы мечтаний это 24, 25, 26, 27. Вот. Так, разворачиваем. Отпускаем. Так, берем анализ. Так, стоп. Ну, в общем, у нас вот такие вот у нас сегодня вечерние такие покатушки, как говорится, вечерние землемерье. Так. Так, давайте-ка сразу и с пятого поля тоже возьмем, да, вот образцы. Заодно, чтобы далеко не ходить. Так вот, чуть-чуть вечно вот не доезжаю, да, вот смотрите, вот. И вот приходится еще дополнительно делать, да, вот, брать.
что-то разогнался слишком. Вот примерно вот так вот, наверное, давайте будем ехать. Чтобы охватывалось все сразу. На местах вот этих скруглений вот тут приходится это. И берется анализ и из тех участков, да, вот где вот уже проанализировано. Где уже взяли образцы, да, вот. Берем. Так. Немножко назад. Зафоткали наш грязный трактор. Даже стыдно немного. Ладно, мы его потом помоем. Так, надеюсь, это до темна хоть успеем мы. В принципе, должны успеть. Вот маленькие кусочки остаются, да?
Ну, в середине, в принципе, незначительные такие кусочки. Стоп, разогнался. Так вот не хочется, вот чтобы тут оставлять вот так вот. Сейчас я представляю, этой землей, наверное, лабораторию завалю. А чего вот так вот по чуть-чуть? Сразу целый КАМАЗ надо выгрузить, это загрузить и вывалить им, пускай анализируют. Нет, ну это вот надо уже, как сказать, с каждого участка по чуть-чуть, да, вот. То есть, как бы, маленький там контейнерчик с определенного участка, да. Само переместилось. Так, ладно. А давайте-ка попробуем взять. Что-то это спутник какой-то глючный, что ли? Не поймешь. Или то, что граница поля, вот это влияет, непонятно. Ну, взялось в центре того, вот, где вот не круг, да, вот, а трактор стоит. Немножко, короче, это, аппарат, так сказать, не новый, да, вот он, поэтому, наверное, немножко сбоит, глючит, наверное. Ну, там, в принципе, важно, что он, чтобы это, заборы почвы делал, да. Так, и вот здесь сейчас вот как-то вот по краям тоже надо вот, у нас вот были пропуски, да, вот? Вот здесь, в принципе, оставим. Вот, вот здесь вот.
немножко проехал. Вот так вот примерно так вот берем. Пятьдесят восемь образцов, обалдеть. Ну, смотрите-ка. Я думаю, анализ должен быть очень-преочень точным при таком раскладе. Ну, поехали домой. Сейчас все эти образцы дома выгрузим, да, вот, и отправим в город. Ну, они, короче, это, лаборатории работают допоздна, вот, да, вот, они всегда вот что-то анализируют. И почвы там, и там, все, короче. Вот. И мы, короче говоря, отправим, и уже вот анализы сказали, может быть, даже и сегодня будут готовы, да? Да, поля, конечно, наши, это, от дома далеко ехать. Давайте вот здесь вот так вот проскочим по меже. Я надеюсь, возражать не будут. Вот наше картофельное поле. Здесь будем картошку сажать. Это уже однозначно решили. Ну что ж, так, я вроде бы свернул, да, вот, так, отослать образцы почвы на анализ, отправляем, так, результаты скоро появятся. Ну а о результатах будем уже вот знать завтра. Ну что ж, дорогие друзья, на этом пока мы прощаемся с вами, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, не забываем ставить лайки, также гости, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать о выходе следующих видео. Ну и всем удачи, всем пока-пока.